В октябре телевидению Чуваши исполнится 55 лет. Ветеран ГТРК и РТПЦ Федор Манеров – один из тех, кто помнит, как все начиналось. Большую часть года он сейчас проводит в Москве у детей и внуков. И мы несколько месяцев ждали его приезда в Чебоксары, чтобы благодаря фотографиям и воспоминаниям Федора Григорьевича вернуться на 55 лет назад. Приезжая в Чебоксары, Федор Манеров всегда старается заглядывать в гости к коллегам. С радиотелевизионным передающим центром его связывают почти 50 лет жизни. Он пришел сюда после армии 23-летним парнем. Завершался 60-й год. Здесь еще не было ни аппаратно-студийного комплекса, ни этой телебашни. Строился жилой дом для будущих работников телецентра, стояла временная радиомачта, а под ней небольшое здание, откуда и началось вещание. Кстати, эту фотографию Федор Григорьевич сделал сам в 70-м году, когда рядом смонтировали 196-метровую телебашню. Я же сюда устроился работать электриком. Потом уже вот Юрий Иванович Галкин стал начальником нашего телецентра, посмотрев мои документы, определил о том, что мне надо работать на передающих устройствах телевидения, на радиопередатчиках. Потому что, как он сказал, в армии ты работал на локаторах, передатчик, оператор первого класса я был на локаторах. Конечно, оборудование 60-х годов не сохранилось. Телевидение – одна из самых стремительно меняющихся отраслей. И сколько передатчиков здесь поменяли за прошедшие 55 лет, работники РТПЦ уже не подсчитают. В этом помещении, прямо под радиомачтой, осенью 61-го оборудовали студию в 36 квадратов, рядом с ней аппаратную, и вышли в эфир. Технический работник Лидия Косинская объявляет примерно часов 5, наверное, или что, о том, что Чебоксарский телецентр, или ретранслятор тогда назывался, начинает свое официальное вещание. Показывали только кинофильмы. Никаких новостей, ничего не было, потому что и операторов не было, и режиссеров не было. Они потом начали появляться только. Потом в таком небольшом пространстве умудрялись еще и снимать телеспектакли. Над первым выпуском новостей работали всего лишь 7 человек. Директор студии, редактор, режиссер, звукорежиссер, диктор, телеоператор и художник. Возведение второй очереди аппаратно-студийного комплекса затягивалось. Не было денег. Когда к концу 60-х его все-таки достроили, все творческие работники перебрались туда. Федор Григорьевич остался на РТПЦ вместе со всем передающим оборудованием. Был однажды такой случай. Хрущева показывали, он где-то за границей визитом, здоровается левой рукой, подписывает документы левой рукой. Только все это прошло 2-3 минуты, что ли, пошли звонки. Раньше, значит, был так называемый кинопросмотровый цех, им заведовал, по-моему, Макаров, как мне помнится, вот. И киномеханик. Вот они готовили вот эти фильмы, значит, для просмотра, новости там-то еще, ну, киноленты. Получилось так, что вот этот киномеханик перевернул ленту. И когда при показе, значит, вместо правой руки на изображение левая рука. Киномеханика уволили, начальник цеха получил выговор. Наказывали в те годы очень жестко. Федор Григорьевич помнит, как управление связи штрафовало передающий центр за каждую техническую остановку. И чтобы исправить неполадку, инженерам отводили считанные секунды. Бывали ситуации с налетом мистики. Вроде все исправно, а сигнала нет. Фидеры, антенны фидерной системы, сейчас вот кабели там, а раньше они были из железных труб. Было так однажды, весной сидим, идет вещание, все нормально, все хорошо. Потом хлоп, все работает, а в эфире картинки нету. Оказалось, что на нижнем изгибе фидера накопилась вода, и центральная жила через воду замкнула на трубу. И все, сигнал не проходит. Инженерам пришлось откачивать воду. Вообще, Федору Григорьевичу довелось стать участником самых больших преобразований в истории республиканского телевидения. Он помнит, как устанавливали малые ретрансляторы в районах, чтобы сигнал доходил даже до самых отдаленных деревень Чувашии. Какими были первые передачи в цвете, как с кинопленки переходили на видеокассеты и как цифровое вещание начало вытеснять аналоговое. Говорит, были моменты волнения и неуверенности, но это только от желания, чтобы эфир всегда был чистым. Ольга Петрова, Михаил Солин, «Вести», Чебоксары.